Топ-5 самых веселых знаков зодиака, поехали! На первом месте у нас Стрелец. Обычно он пребывает в добром расположении духа, у него отличное настроение, которым он с удовольствием делится с окружающими, если вы в депрессии, Стрелец найдет слова, чтобы подбодрить вас. Близнецы. Один из самых веселых знаков зодиака. Они любят поговорить обо всем на свете, очень остроумные, с представителями этого знака зодиака можно поболтать часами и скучно вам точно не будет. Водолеи. Легко заводят друзей, они любят встречи с друзьями, могут собираться целыми компаниями, потому что так веселее, им нравятся совместные прогулки и выезды за город. Львы. Обожают отдых, праздники, вечеринки, тусовки, веселые ребятишки и душевная атмосфера вокруг них всегда, смех и радость. Вот истинная стихия львов. Ну и овны. Энергия представителей этого знака заразительна. У них в башке всегда столько идей и планов, что не каждый сможет составить им достойную компанию. Многие другие знаки зодиака устают от такой высокой активности. Овны любят шумное веселье, салюты, петарды, им по душе народные гуляния, участие в общем радостном событии. Эй, дорогие зрители, не забудьте подписаться на канал и поставьте лайк.